Наконец я стал лучшим из всех торговцев смертью. У меня был уже не один самолет, а целый воздушный флот. Я возил оружие в Либерию, Сьерра-Леоне или Кот-д'Ивуар не реже раз в неделю. Для большинства поставок я подделывал документы, но если сроки поджимали, обходился и вовсе без документов. Однако я не слишком беспокоился. Большая часть Африки вообще не покрывалась контролем радаров, а там, где они были, некому было смотреть за ними. Чарли, эхо линии, меняйте курс на аэропорт Кабалу, 0210. Исполняйте немедленно. Юрий, блин, в чем дело? Алло, Сазерн, это Юрий. Извините, но мне самолет Интерпола сел на хвост. Я сейчас очень занят. Позже. Трудный момент. Трудный момент? Сволочь! Чарли, эхо, Индия, исполняйте немедленно. Это последнее предупреждение. А когда было первое, мать ваша? Покачайте крыльями, если согласны исполнить. Нельзя рисковать! Сядешь, то все сядем. Документов-то нет. Может рвануть, как бомба. Он стреляет по нашим снарядам. Я сажусь. Ладно, ладно. Черт! Я Чарли, эхо Индия. Меняю курс на аэропорт Кабалы. 0210. Нет, не в аэропорт. Садись на шоссе, это наш единственный шанс. Ты с ума сошел? Один ухап, и мы взорвемся. Ты себя недооцениваешь, Алексей. Ты лучше всех. Ты ас, Алексей, ты ас. Ты супер ас. Ты супер ас. Конечно, Алексей был далеко не лучшим. Среди однокурсников в московской летной школе он был на втором месте с конца. Боже, что он делает? Он обалдел? Я не могу там приземляться, сэр. Отсюда до Кабала 15 минут. Он далеко не уйдет. Мне нужен грузовик к самолету. Все будет хорошо. Куда же вы? Подальше от всех этих улик! Да не будет у нас для них никаких улик! Подходите! Давайте, подходите! Ну, не стесняйтесь. Смотрите, бесплатные образцы. Берите, бесплатно. Позовите друзей. Смотрите, что у меня есть. РПГ. Это все вам. Понимаете? Берите, берите. Бесплатно. Я отдаю оружие. Оружие, оружие. Налетайте. Берите. Давайте, давайте. Развлекайтесь. Берите. Давайте, давайте. Все сюда. Автоматы, пулеметы. Да. Патроны, карабины, гранаты. Да, гранаты. Берите все. Берите ящиками! Берите, берите, берите ящики! Все сюда! Давайте автоматы, гранаты! Ура! Патроны, автоматы, гранаты! Давайте, это лично для вас. Вы тоже хотите? Берите. Так, не забудьте патроны. А как стрелять без патронов?
Все бесплатно. Автоматы, гранаты. Берите все, что видите. Патроны, автоматы, гранаты. Ура! Кому патроны? Патроны нужны обязательно. Давайте, давайте. Отходите. То, что в аэропорту Хитроу грузилось целый день, голодные сьерлеонцы растащили за 10 минут. Когда прибыл агент Валентайн, в моем самолете было не больше оружия, чем в богадельне.